Теперь еще о заплывах, но уже не в Рио. Рамзан Кадыров устроил министру образования Дмитрию Ливанову купание в горной реке. Во время экскурсии по региону временно исполняющий обязанности главы Чечни окунулся в прохладную воду. Вслед за ним с головой нырнул и чиновник. Кадыров провел гостей по горному ущелью к Бенойскому водопаду. В народе его считают целебным. Политик, известный своей любовью к спорту и здоровому образу жизни, первым погрузился в источник. Ливанов, недолго думая, последовал примеру. За последние два года министр впервые посетил республику по работе. Руководитель Минобразования также побывал в местном этнографическом музее. Там он познакомился с традициями народов и национальной кухней.